О великой победе через песни поколений. Концерт с таким названием прошел в Доме детского и юношеского творчества. Коллектив «Оранжевое небо» подготовил целую концертную программу для гостей. Они не только исполняли песни о Великой Отечественной войне разных лет, но и знакомили гостей с каждой предысторией каждой из них. С чего начинается Родина? Заветной скамьи у ворот. Самые березки, что по поле, под ветром склоняясь, растет. Такие известные и любимые песни исполнили в этот вечер воспитанники эстрадно-вокального коллектива «Оранжевое небо». Юлиана Андрианова обучается здесь уже 5-й год. За время репетиции песня «С чего начинается Родина» стала, по ее словам, одной из любимых. Для нас очень важно знать историю, так как мы живем в этой стране, и мы должны знать ее историю. Мы будем ее рассказывать своим детям. Она нам пригодится. А эта песня показывает смысл, как бы наша... отвечает на наши вопросы жизненные, с чего начинается Родина. Программа, посвященная подвигу наших предков, была наполнена музыкой как разных лет, так и разным настроением. По словам руководителя коллектива, сами дети выбирали репертуар и стали инициаторами проведения концерта. Мы всегда реагируем на вот эти вот душевные порывы наших детей. Вот именно почувствовав, что когда мы рассказывали о песне, одной из песен, которую предложили для разучивания, они проявили интерес. Они каждую репетицию: давайте ее петь первой, давайте ее петь первой. Вот когда мы почувствовали и поняли, что детям это не то, что не безразлично, им это очень интересно, тогда мы и решили, что давайте сделаем именно такой концерт, именно такую концертную предпраздничную программу. В этом концерте принимали участие дети самых разных возрастов. Так, ученики от 2 до 11 класса стали исполнителями военно-патриотических песен концерта о Великой Победе через песни поколений. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле. Мария Антонова, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.